Сынок, вот тебе денежка и список продуктов. Сходи в магазин. Окей. Что? Вот твои продукты и сдача. Спасибо, сынок. Сдачу можешь оставить себе. Который еще самый крутой. Игорь. Игорь крутой, как Игорь. Крутой. Да ладно, серьезно? Я сейчас у него спрошу. Максим, это правда, что ты девочек с детства стеснялся? Нет. А твоя мама говорит, что... Твоя мама говорит, что нам не по пути. Когда слышит мой голос трубки домофона. Вам перезвоню. Свет, ну ты скоро сделаешь поесть? Ну подожди, только 5 минут назад начала готовить. 5 минут назад. Ты чё так смотришь? Я люблю тебя. Я люблю тебя. С тобой хотел прожить всю жизнь. Сейчас я потерял тебя. Да ты задолбал. Вот сейчас я реально от тебя ухожу. Придурок. Уходи красиво. И живи счастливо. Привитос. Вот вам видос. Есть 4 вида людей дома. А может и больше. Ты что? Мам, я веду свой личный блог, не мешай. Чего? Друзья, как у вас дела? Чем занимались? Что у вас нового? Вот у меня сегодня выйдет новое видео, и надеюсь, оно вам понравится, и вы поставите лайк. А ты зачем с телефоном разговариваешь, дебил что ли? Мам, я сейчас разговариваю с людьми, которые на меня подписаны в прямом эфире. О, это у тебя сейчас в прямом эфире Андрей Малахов, который с Пусть Говорят ушел? Чего? Сынок! Ты не понимаешь, я снимаю челлендж в Инстаграм. Какие 100 грамм? Иди суп ешь и херней не занимайся. Сейчас мы вместе с вами пранканем моего папу. Пап, покажи указательный палец. Ну на. Указательный. Сука, ты меня еще учить будешь, щенок? Для тебя теперь вот это указательный. Ты че на жопы чужие смотришь и лайки им ставишь еще? Охренеть, у нее фигура, смотри. Ничего себе, у нее жопа реально крутая. Свет, я походу заболел. У меня насморк и, возможно, уже температура. Так, я сейчас тебе сделаю чай с медом, дам таблетку, и чтобы лежал в кровати, пока не спадет температура. Спасибо большое. Свет, я походу заболел. А я тебе говорила, не выходи на улицу без куртки. Не слушал меня, валяйся теперь тут. Ну что, давай телек посмотрим. Давай телек посмотрим. Давай. Свет, я тебя так сильно люблю. И я тебя люблю, милый. Я тебя так сильно люблю. А я тебя люблю сильнее. Нет, это я люблю тебя сильнее. Нет, я тебя сильнее. Нет, я. Видишь, это я тебя сильнее люблю. Максим, можешь мусор выбросить? Не, Свет, давай ты выбросишь. Да сколько можно это терпеть? Ты ничего не можешь сделать. Я не могу ничего сделать. Ты на себя посмотри, ты только и делаешь вид, что что-то делаешь. А на самом деле, во. Ну ты мудак. Да пошла ты. Сам иди. А вот и пойду. А вот и иди. А пойду. Блин, я не хочу уходить. Я не хочу уходить. И я не хочу, чтобы ты уходил. На этом моменте должен был быть какой-нибудь поучительный монолог о том, что не стоит ругаться по мелочам. Но какой в этом смысл? Отгадайте лучше загадку. Волосатая головка, за щеку летает ловко. Ответ пишите в комментарии. О, а я только хотел за тобой идти, чтобы ты вернулась. Я все решила. Чтобы меня это не бесило, я буду делать так же, как и ты. В смысле? Мои глаза! Твои глаза! Такие чистые, как небо! Свет! Чего тебе? Смотри, как эта девочка... Эта девочка танцует... Как танцует... Фух, что-то я устал. Я устал, хочу любви... Да так, чтоб навек... Света, мне это не нравится. Фишка подпевать песни на разные фразочки, это мое. А теперь... Это все мое. Я
любимая, поздравляю тебя с Днем Святого Валентина. Это наш с тобой день. Я тебя очень сильно люблю. И я поздравляю тебя, родной. Я тебя очень сильно люблю. Почему меня никто не любит? Я никому не нужна. Я не хочу жить всю жизнь с котами. Свет, я на сегодня забронировал столик в нашем любимом ресторане. Собирайся. Класс! Алло, Жека, приходи сегодня ко мне в Xbox поиграем, пивасик попьем. А, ты с девушкой? Ну ладно, хорошего вечера. Алло, Саня, пригоняй ко мне, затусим как следует. А, вы с девушкой в кино идете? С вами можно? А, у вас романтик. Ну ладно. Не нужны руки только. Милый, в честь этого праздника я подготовила для тебя подарок. Родная, спасибо большое, но я тоже для тебя подготовил подарок. Ну что, поздравляю, этот день мы с тобой встречаем стабильно вместе. Будем. Только пьяная, пьяная. Привет. Привет. Проходите, раздевайтесь. Блин, у вас здесь так красиво. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Вот ты юморист. Я юморист. Пошутил не так. Не, Вася, мы скоро уходим. Ну, отбивайся. Ян, ты чё мухлюешь? Ой, извиняюсь, я перепутала. Я перепутала, думала, что... Ладно, ребят, мы пойдем. О, жвачка. Ты что, сполая? Сполая. Мулая. Не залай, чпики чмурая. Широли годы, ты мулая. Аля, пусы, не гусоба. Я чувствую, когда ты танцуешь, классно так. И если мы в пути... Свет, это что такое? Мы с тобой теперь на диете. Какая диета? Ты посмотри на меня, я тут при чем? Ты моя поддержка. Ты что за собой посуду не помыл? Ай, потом. Ты что, свинья? Иди сейчас мой. Любишь, не любишь, скажи мне хоть бы слово. Я устал, я устал, я устал. Свет, нас друзья уже ждут 30 минут. Долго ты еще бегать будешь? Сейчас я волосы накручу, выберу, что надеть, и выходим. Максим, я просила тебя купить лампочку. Ты купил? Да, лежит в коридоре. Максим, ты убрался у себя в комнате? Конечно, убрался. Ты что, не видишь? Вот сука. Что? Ничего, молодец, говорю. Максим, сходи, выброси мусор. Хорошо. Ты реально пойдешь выбрасывать мусор прямо сейчас? Да, ты же меня попросила. Максим, иди сюда! Иду! Это что такое? Почему такой срань? Я не знаю. Ты никогда ничего не знаешь! Только ешь, срешь, гуляешь и спишь! Месяц без интернета! Убирайтесь все! Фух, какой прекрасный день! Че у тебя притч, как у меня? Че стесняешься? Кто там еще? Здрасте. Здрасте, извините, а у вас соли не будет? Извиняюсь, а у вас тоже свет отключили? Нет, все есть. Хм, странно. Кстати, это не вы в подъезде курите? Воняет жутко. Нет, я вообще не курю. А вы слышали, что у Зинки из четвертого этажа уже третий день метеоризм? Что за метеоризм? Ай, что-то с космосом связано. У нас сегодня собрание состоится всего подъезда по поводу домофонов. Вы будете устанавливать? Да, конечно. Все, я вас записал. 18:00 ждем вас под подъездом. До свидания. Фух, наконец-то он ушел. Извините, у меня дверь захлопнулась, а ключи я не брал. Можно я у вас посижу, пока жена не придет?